Тренер Орел Гоу Валерий Анатольевич Назрин. Валерий Анатольевич, ну как оцените матч с Тамбовым в целом, особенно после вчерашней неудовлетворительной игры? Ну, вчера только результат был неудовлетворительный, по сути дела. А сегодня у нас тоже результат неудовлетворительный. Игра опять, как говорится, мы ввели все под контроль, у нас было, только не сумели дожать команду. А я считаю, что мы потеряли очки сегодня, должны были выигрывать. Ну, опять госпожа Фортуна не хочет к нам поворачиваться лицом. А скажите, вот подготовка прошла не совсем в тех условиях, на которые рассчитывали, да? Предсезонное, недостаточное количество контрольных матчей, ну и, соответственно, поле в неудовлетворительном состоянии домашнее было. Нельзя ли расценивать вот эти матчи на хорошем поле, в нормальном климате, как предсезонную подготовку? Ну, мы, в принципе, так и планировали, что здесь оно покажет. Просто то, что мы здесь не добрали очки, это факт. Теперь нам будет тяжело уже в турнирной таблице залезть в пятерку. Но все равно, как говорится, будем биться до последнего, а там уже в конце цеплять по осени считать. Так и мы будем считать по окончании чемпионата. Вот последняя серия пенальти показала, что у нас не очень хорошо с реализацией 11-метровых. Будете отдельно тренировки проводить? Нет, не будем. Просто подошли люди те, которые не должны были. Ну ладно, Юра Савосин там, да. А Макс Николаев, непонятно, что сделал. Даня Умрихин. Ну, было сразу видно неуверенность. Подходили они. И я сразу здесь стоял, я думал, что они не забьют. Уже был уверен, что не забьют они. Спасибо, Павлович.